11 глава книги пророка Иезекииля. «И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек, и между ними видел я и Азанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей народа. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем, говоря: еще не близко, будем строить дома, он — котел, а мы — мясо. Посему изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий». И нисшел на меня Дух Господень и сказал мне: «Скажи: так говорит Господь: что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в этом городе, и улицы его наполнили трупами. Посему так говорит Господь Бог: убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он котел, но вас я выведу из него. Вы боитесь меча? И я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руки чужих, и произведу над вами суд. От меча падете, на пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас. И узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили, и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лицо и возопил громким голосом и сказал: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог: хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог: я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог». Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города. И дух поднял меня и перенес меня в Халдею к переселенцам в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне».